Привет, дорогие зрители! Мы на Сейшелах в отеле Кимпински на острове Маэ. Открытый такой приятный ресепшн с хорошим классным видом. В отеле есть небольшая сувенирная лавочка. И с ресепшн проход прямо на территории отеля. Виден уже и океан, и бассейн. Дорогие зрители, напоминаю вам, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, как вам отель. Нам это очень важно и интересно. А также напоминаю, что мы можем организовать отдых вашей мечты в практически любом отеле мира. Контакты менеджера по туризму по ссылке в описании видео. Обращайтесь. Смотрим номер после реновации. Deluxe Ocean View. Косметики с цветочками нас встречают. Супер просторная ванная комната. Душевая. Здесь можно, по-моему, мыться всей семьей. И халатики есть. Здесь у нас шкафчики. Утюг-гладильная доска присутствует в номере. Набор для чая и кофе. Также есть мини-бар, для гостей он пустой. Для нас по заезду фанту, колу, спрайт поставили. Вот так вот выглядит основная спальная зона. И вот здесь еще такая небольшая, хорошая гостиная зона. И все номера идут с прекрасным видом на море, если мы откроем, конечно. Мы откроем. С видом на океан. Под звук. Балкончики, приятная плетеная мебель. У отеля очень приятная зеленая территория. Все размещение в таких небольших домиках двухэтажных. Океан от номеров буквально в паре шагов. Много лежачков расставлено, где можно с комфортом полежать и отдохнуть. Светит солнышко, очень приятное место. И посмотрим основной бассейн. Глубина в бассейне разнообразная, от 76 сантиметров до 153. Так что людям с разным ростом здесь будет комфортно поплавать. Рядом находится один из ресторанов. Концепция питания в отеле очень приятная. Дальше на видео будет немного по еде, и в принципе вы сможете оценить, насколько хорошее в нем питание. Всегда присутствует легкий ветерок, поют птички. Такой оазис зелени и красоты на берегу Индийского океана. Покажу вам пляж во время прилива. Поднимаются вот такие вот большие волны. И здесь достаточно приличные течения хорошие, которые тебя сносят и вбок, и вглубь. Хотя пляж в отеле очень длинный. Это все пляж отеля. На берегу расставлены такие приятные лежачки для релакса. Есть и сетка для тенниса, и большие шахматы. Пришли на завтрак в отеле Кимпински Сейшелы. Посмотрим, что у нас на завтрак. Здесь стоечка с соками. Микс джус, оранж джус, яблочный. Просто водичка, водичка с лимончиком. Тут у нас горячая зона. Суп. Тоже кашка с водой. Рис у нас вегетарианский, овощи, бобы,
Здесь у нас вареные яйца, сосисочки, хэшбраун, спринг-роллы. Здесь у нас точка делают омлеты разных видов. Так, здесь куриные сосиски, батат, тосты французские, папайя пудинг. Здесь у нас вафельки, панкейки, блинчики. Стоечка со сладким. Кексики, донаты. Все подписано. Достаточно понятно. Так, здесь бутербродики. Холодные, прям охлажденные. Хлебушек, тосты. Здесь у нас что-то типа пудинга, яблочный и морковный. Разное варенье. Тоже все подписано. Мед в сотах. Джемы. Вот здесь можно сделать мюсли и прочее. И молоко. Причем даже разное. В разных видах орешки. И отдельный холодильник, где у нас разные йогурты, сыры. Просто отдельный холодильник, в который ты заходишь, и куча разных йогуртов, смузи. Тут же свежие фруктики, есть кокосы, манго, салатики. Колбасочки, ветчиночки, красная рыбка. Все это открывается, можно спокойно брать. Еще стоечка с хамончиком, сосисочки и жареный бекон. Все очень красиво, вкусненько. Так выглядит спа в отеле Кемпински. Здесь только массажные комнаты. И они свою собственную косметику делают.